Привет, друзья! У меня телефон Samsung, и сегодня мы обсудим ошибку предупреждения сбой камеры, которая иногда возникает на телефонах Samsung. Насколько я знаю, это в первую очередь касается старых моделей телефонов. Поэтому я нашел вот такой старенький аппарат и покажу, что нужно сделать. Итак, первый способ, он работает практически всегда. Переворачиваем телефон. Крышку я уже снял, так что не удивляйтесь. Что мы делаем? Мы изымаем батарею, то есть поддели ее, достали и подержали в таком виде телефон пару минут. После этого вставляете батарею обратно, включаете телефон и проверяете камеру. Также некоторые пользователи говорят, что вместе с батареей можно изъять сим-карту. Вот она. Точно так же изымаете ее на пару минут и вставляете обратно. Если этот способ не помог, в таком случае открываем настройки. Далее находим раздел с приложениями. И находим приложение «Камера». Видим кнопку «Очистить данные». Нажимаем и подтверждаем очистку. На более современных телефонах нужно сначала открыть раздел «Память». После этого попробуйте, как работает ваша камера. Также можно попробовать очистить данные для приложения «Галерея». Действуйте точно так же. Открываете и нажимаете «Очистить данные». Что делать, если это не помогло? Попробуйте перезагрузить свой телефон, то есть нажали на клавишу выключения и затем нажали на кнопку «Перезагрузить». Телефон будет перезагружен, и вы посмотрите на работу камеры. Есть еще один вариант, не очень удобный, но рабочий. Открывайте Play Market. В строке поиска пишите слово «камера». И устанавливайте камеру на свой вкус. В отличие от основной камеры, она может работать. Ну а если ничего не помогло, то можно попробовать сделать сброс данных, но это в самом крайнем случае, тем более, что данные при сбросе удаляются, поэтому не забудьте сделать бэкап. Но еще раз повторюсь, первый способ с изъятием батареи работает практически всегда, так что если у вас съемная батарея, воспользуйтесь именно первым способом. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.